«Мы едем к вам». В муниципалитете начал курсировать мобильный офис компании «Мособлгазсервис Юг», где специалисты рассказывают, зачем нужно регулярно проверять и обслуживать газовые приборы, и что делать, если при проведении ТО выявлены нарушения. Первый такой передвижной пункт приехал в деревню Горки. «Приедет слесарь, приведет вам техобслуживание, проверит газовое оборудование, все на утечке, почистит горелку в котле». «Раз в год?» «Раз в год, да. Проверит ваш водонагреватель, там какая, если горелка вынимается, тоже ее почистит. Профилактика газового оборудования». Качественный сервис при выполнении технического обслуживания, замены и ремонта внутридомового газового оборудования должен выполняться ежегодно. Это и безопасность в первую очередь, и экономичное потребление голубого топлива. Оставить заявку на техобслуживание можно в личном кабинете Мособлгаза, а теперь и в мобильном офисе. Люди пожилого возраста, им зачастую тяжело добраться до офиса, чтобы оставить заявку и озвучить свое желание заключить договор. Здесь, соответственно, мы находимся в шаговой доступности, и каждому абоненту гораздо проще подойти, ознакомиться с условиями, подписать договор. Подобный договор на обслуживание должен быть у каждого абонента. Если же выяснится, что его нет, то это грозит приостановкой газоснабжения. Поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик. Впервые такая машина приехала. Вообще удобно, как вы считаете? Конечно, удобно. Ну, хорошо. Будете заключать договор? Да, поеду за документами, доеду. Прекрасно. Девушка совершенно замечательная. Вопросы только по существу. Что еще нужно? Все, что я спросила, мне на все нормальные ответы дали. Дороговато, правда. Но это не от нее зависит. Выездной офис продолжит курсировать по населенным пунктам муниципалитета. Екатерина Коваленко, Кирилл Ванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.